think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Добрый или доброе утро, я не знаю. Утренний роллинг, русский сервер, аккаунт моего подписчика Артура давненько. Мы уже с ним списывали, чтобы поролить. Наконец-таки я добрался до аккаунта. 340k Avengers. Вот такой вот у него ник находится на русском сервере в гильдии Кровью и Потом. Знакомая, кстати, гильдия. Участие в битве гильдии обязательно. Автовызов. Не знаю, что это такое. В общем, кидайте заявочки, вступайте. Русский Android сервер. Поехали, посмотрим на аккаунт. Аккаунт донатный. 533к задонено. Это дофига. Это скорее всего... Хотя 533, я думаю, это растянутый донат. Потому что если это бы было сейчас одновременно, у него бы побольше силы, думаю, было. В общем, поехали, посмотрим, что у него есть по героям. Сегодня на русском сервере коллекционер. Но коллекционер, честно скажу, такой себе. Нифига не меняет. И на английском тоже испоганили. Не понравился мне коллекционер сегодня. Так, что нам надо? Бугимен, Скиталец, Дама Холода, Свален, Землеройка. Нифига себе. Королева Острифит, Космо, Фоба. Ой, нормально надо. Нормально надо, кстати, на этот аккаунт лег. Так, хорошо. А вот такой вот у нас... Что за фигня? Вот чё ты не грузишься? Уже почистил все опять. Опять что-то. Ребятушки, заявки оживились. Оживились, пришла весна, и все оживились заявками на роллинг. Такс. Карта богатства все обновилась наконец-таки. Печально. Вот реально печально, но... 40 осколков, студеный. Но попробуем. Так, отрату, кстати, я так и не смотрел. Что там потратил у нас... Конечно, с AS сервером это ну никак не сравнится, честно скажу. На AS просто божественные акции на трату, как и на Тайване. Но у нас, к сожалению, этого нету. Не факт, что когда-то будет. Ну, я надеюсь, что скоро все поменяется. Особенно в обнове мы либо забросим игру нахрен полностью все окончательно, либо что-то поменяется. Так, ну поехали, бесплаточка. И сразу же вот это вот суккуб падает сразу с утра. С бесплатки сразу же лего. Ну интересно, что будет дальше? Поехали. 450. И тут мы понимаем, что дальше будет нам весело. Так. Самые имбовые. 10 сумок, ребят, и эсменка. Ну это просто огонь подарки. Бигфутище. Отлично. Ведьмочка. Интересно, так, чтобы не наврочить, вот студеные сейчас просто бомбически падают. Дракос. Давай, рандомчик. Удиви нас. Самики просто улетают. Валентина. Добрый вечер, Валентина. Ну, в общем, думаю, все и так понятно. Все и так понятно с этим рандомчиком. Но нам слизни надо собрать. Да, у него, кстати, дофига недостающие герои. Просто дофигища. Так, огонь, поехали дальше. Сердцеедка сразу же падает. Видите, есть, значит, есть профессор Рибет Радио.
Ей что-то Дед Мороз. Знаете, вот падает дофига лех. Но, блин, хранитель. Все не космо надо, ну реально, Ара. Седна. Я, честно говоря, в шоке. Олег падает дофигища. Так, панду собрали. 7.15. Половина роллинга. Ну, плюс-минус, четенько, ровненько идем. Да, русский сервер. Нормально у него герой держится, кстати. К бьет. Не прокачанный цап, что ли? Так, поехали. 450 паладин. Я, честно говоря, в шоке. Опять Ара, ну вы что, издеваетесь, что ли? Одержимый. Нет, таким тампом это, конечно, круто. Мне нравится. Мне нравятся такие роллинги. Утренняя фея. Валентина. Это русский сервер, детка. Дед Мороз. Мы где-то слизней 10, наверное, собрали максимум. Капитан Дрейк. Просто огонь. 12-15. Я, честно говоря, в шоке с того, как падает, потому что падает реально говняно. Дохренище просто. Лех упал, ну как дохренище, относительно дофига. И нифига толкового мы не вытащили. Но это просто какой-то трэш. Смотрите, сколько всего. И это один из таких роллингов, когда нифига не упало. Землеройка, свален, блин. Дама холода, бугимен. Жестко. Это реально жестко. Ну, на то он и рандомчик, ребятушки. Ну, я как всегда. А вы поставили по лайку. Лепили по лукасику. Чик. Чик, чик. Нифига себе, это что столько плюх? А, у него еще и места не хватает. Блять, плюхи, конечно, с коллекционера, но просто бомбические. Сейчас мы пооткрываем все. Не хватает места, прикиньте. Че, поздравляю, Роза у тебя есть. Он, наверное, ее увидит уже попозже. Давайте под. Нифига места не хватает, офигеть просто. Так, ну вольт у него вроде есть, а вот Розы нету. Исправили этот моментик. Не хочет открываться. Ну, давайте тогда слизни. Качаем ему розу. Такс. Розу вкачали. Давайте еще жмакнем 2 по 450 на удачу.
просто бешеным темпом, нифига нам не падает, я просто в шоке. Просто писец какой-то. Студион. Троллинг. Да, печаль, короче. Русский сервер, как обычно, ребят. Ничему тут удивляться. Давайте карточки пооткрываем. Тыковка. Посмотрим сейчас, что у него еще делается. Он там написал. Просто мега вау, у него есть темка какая-то. Моя любимая. Сейчас я проверю это. Так, расходники забрали. Отлично, еще. Блин. Третья карта. Кстати, может, с третьей карты что-то вытащим? Недостающие. Хотя вроде с третьих карт все герои такие падают, которые у него есть. Недостаточно места на складе. Просто писец. Чик. Бум, седну опять. Ну, седну мы вытаскивали. Оу, ничего себе, ничего себе. Мы еще получили какие-то бонусы. А, у него купон был. Охренеть, ребята. Поехали дальше, это не конец. Трешуем дальше по полной. Фараон. Рыцарь. Ну, дадут добить или не дадут? Это просто эпический будет фейл, если не дадут добить. Купидон. Фараон. Не, вроде добили. Хух. Это жестко. Просто тупо на этом аккаунте не падают лиги, которые надо. Просто не падают. Ну, хотя бы забрали здесь. В общем, жестко. Это реально жестко. Ну что, поздравляю. Надеюсь, ты останешься довольным. Ну, не знаю, все, что мог, сделал. Это такой вот рандомчик. Так, мы еще плюхи не забрали за... Да, у нас есть еще плюхи за 50. Теперь все плюхи мы забрали. Отлично, давайте еще карточки пооткрываем. Жестко, реально жестко. Но... Так, мы еще должны посмотреть кое-что. Да как это места не хватает? Ну вы что, издеваетесь? Бум. Нифига не падает. Нифига просто не падает. Так, поехали еще чекнем. Это именно то, о чем он говорил. Он посмотрел видос уже попозже и вкачал десятку. Ну, бывает такое. Это, конечно, трэш. Так. Странный, интересный вариант, конечно. Но если блокировка работает, огненка до одного места тоже не вариант. Это тоже не вариант. Это тоже не вариант. Это нормально. Это жесть. Прям у тебя полная беда с талантами. Причем конкретная. Жестко. На этот аккаунт надо, наверное, будет как-то вернуться и пораставлять таланты, потому что с талантами тут реально беда. Надо будет только побольше коробок. 65 коробок не так уж и много, но надо будет с талантами разобраться. Тут беда с талантами. Причем конкретная. В общем, такой вот, ребятушки, роллинг. Блин, ну что, поздравляю. Недостающий герой у тебя один есть. Бывает. Бывает. Это русский сервер. Все, пишите комменты, кидайте заявочки. Всем удачи. Всем пока.